В Кызылорде 43-летний мужчина умер во время задержания полицейскими. Об этом стало известно из видео в сети. Автор ролика уверяет, что стражи порядка избивали задержанного. Час назад моего соседа убили. Убили полицейские, сотрудники. Полицейские подтвердили информацию о смерти во время задержания. Однако уверяют, что насилие в отношении погибшего не применяли. И ссылаются на именные видеожетоны. По версии стражей порядка, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Требования полиции проигнорировал и оказал сопротивление. А при сопровождении в служебную машину потерял сознание. Врачи скорой помощи констатировали смерть. О погибшем известно, что он был единственным кормильцем 70-летней матери. Полиция начала досудебное расследование, проводят экспертизы, и прокуратура также задействована. Дело на личном контроле прокурора области.